Быстро. Активируйте там сразу ивент, который двери профи открывает. Вот это как, кто будет носить объект? Если так попробовать можно? А, ну. Никто прям, кто прям носить будет. А кто там? Поревит и так. Вот тут надо подумать. Маг, который 11900 или Лок. Лок и маг, вы друг друга знаете, с каких вы гильдий? Нет. Поревит Сувервайпов, да? Вы туда вроде добирали. Или нет? А Макс с триады, правильно? Угу. Как думаете, кому закидывать? Что там у мага за трени? Смотри, маг редко играет. А что с Локом, не знаю. Лок, короче, могу, говоришь, отдать, да? Ну хорошо, могу закинуть, там уже сами решать, и так будет быстрее. Могу бесполезно вообще. Ребят, можно кому-нибудь ликануть Стуфова сейчас ДПС, пожалуйста? Ну если... У него прям трини вообще херовые, то оно может и нормально будет. А в каком спеке он играет? Если... Ну не знаю, Наркана должно быть нормально. Ста вроде. Спасибо. Марук в кукле. А дагер дашь? Кому? Он одному только нужен роги. Вроде как, да. Но у меня хуже, у меня хоть и. Это рога и говорит вроде. А хуже. Я имею в виду одному роги и нескольким сразу. А вот штаны еще стухло падали, они кому-то нужны. Там крит меткость. Штаны кожаные. А какой рога говорит надо? Дракон, хирургия или брех? Хирургия. Хирургия. Ну подходите сюда в центр. Так, вот рыба, не знаю, падал кто-то, нет. Так, на тебе даггер. Пиздец, ни одного осколка. Да бывает такое. Бывает один осколок за инсту упадет. Марук в кукле. Надеюсь, но хоть упадет. Но он хуже, по идее, получается. Смотри, в кукле что, основная задача не допивать первую лужу, да, и потом плюнуть в красную. Правильно? И в зеленого, и в красного, во всех приезжих. Ну, понятно, ну прям перспектива красный. Перспектива оба слизня. Ты вообще знаешь тактику? Ну, тактику-то я знаю, просто я в кукле не сидел. Ну, сидел 10 лет назад. Поэтому... Хорошо, босса водить умеешь? Давай я посижу, мне самому интересно. Да что-то неохота уже. Давай я посижу, босса. Нет, давай. Давай, посмотрим. Ты посмотришь, как я вожу, короче. И потом будешь в другой раз сидеть. Ну, десятки день посетишь там в обычке. Тут неохота, чтобы что-то косяк какой-то был. Там обновите. 4 на пула. Кто там каски дает с паладинов? Инсика, ты слакаешь? Ну, кристана ХП тоже нету. Я даю кулаки. Обновите каску под рейдом, пожалуйста. Так, сейчас я вам объясню один раз. Я вам сказал, один по один каски, другой кулаки и кресты. Я хиляю, ты бафаешь. Кресты тебе назвать по кому ты кидаешь. И кулаки назвать тоже по кому. По ханту кидаешь кулак, по роге кулак, по вару кулак, по ДК кулак. Да, инсика всем да, каски. Инсика всем каски. Нет. Я еще раз говорю, наоборот, перебафывайте. Блять, ладно. Сука.
почему один КМП 5 кидает, другой кулак? Я говорю, один каски, второй кулаки кресты. Че непонятного? Вы что, два паладина? У вас вообще синергия какая-то есть? Или вы свой класс не знаете? По ханту ничего не обновилось. Каски должны быть на всех. До тебя еще не дошло. Вот. Без МП5 хант не умрет, а вот кулак ему надо. Все, я всем раздал каски. Значит, на пул Навара даете. 4 на пула. И частицу Навара тоже кидайте. Значит, Инсика, отвечаешь за миликов. Вот тебе квадрат. Вот тебе ассист. Слава, извиняюсь, что я перебиваю. Можно по ханту кулак, пожалуйста? Каска есть, кулака нет на ханте. Спасибо. Да то, что хант. Он, наверное, не дошел еще до тебя. Нет, на мне крест повесили просто. Ага. На рту крест. Готов? Крест на тебе повесили. Ну, котов в рейде нету. По друидам надо МП5 кидать. Я хиляю, ты справишься с этой задачей? Вроде кинули крест. 5, 4, 3, 2, 1. Лужа, выбегаем. Отходим. Сейчас не объем. После того, как начнем двигаться, бьем слизня быстро. Отлетаем в сторону стола. Когда вас откинет слизи, не бежим на него. Ждем, пока он до вас будет идти, и только когда бьем. Отлетели. РДД бьем. Или мини летят, отходим. Так, Еринен ресы рависта, равист ресы с хирургией, Норти ресы мага, который получил объект. Так, слушай, выходим. Жуки, дал уже допью свалку из ниш. Вы не домажьте, смотрите лучше, что на экране происходит, если вы тут первый раз не понимаете, что происходит. Красного слизня бьем. Full DPS. Милики отошли от босса колбы. Красного бьем, милики. Вот, я вижу у вас оранжевые бичи. Он будет еще дебафся. Раньше посмотреть по лутал колбы. Инсика, Дота, Казик словили пельмени. Джуни тоже словили пельмени. Там такая штука зеленая в воздухе летает, ее нельзя ловить. Налетит секунд 5, наверное. Так я же милик, мне пофигу на фильме, нет? Нет. Зеленого бьем. Зеленый. Милики, уже стойте, босса бейте. РДД отошли от слизня подальше. Пельмени. Жуки, паревит, равист. Равист от тебя вообще не ожидал. Хилить будете? 5 хилов. Незавета пельмени. Тут и обычкой не пахнет. Диспель куклу, кто может. Берегитесь. Диспельте куклу, кто там может, прист или паладин. Диспельте. Несика, работаем. Диспель. О. Беги, малышка, беги. Заходи, уже чувствуешь. Заходи, падаем. Объясните, пожалуйста, вот ваши ники называю, вот паревит, жуки, там вот эти все, маг. Вы видите, летит в воздухе пельмень с босса, зеленая параша такая, или у вас монитор выключен, как вы играете? Объясните мне, пожалуйста. Даю ему срез. Влог бежит, зачем ты убежал?
Брагист, у тебя есть ассист. Ставь на себя звездочку. Для тех, у кого проблемы с этим боссом или с монитором, я не знаю, или еще что-то, какие-то проблемы возникают. Вот есть звездочка, сова, чтобы не словить пельмени, не сдохнуть в луже. Вставайте в звезду. Хотя он сам ловит пельмень. Если сейчас он будет ловить пельмень, мне кажется, это безнадежно, бесполезный рейд. Можно сразу расходиться. Человек 10 сейчас словили пельмени, колбы. Остальным 15 просто повезло. Может, пару-тройку человек понимает, что происходит. Будете играть или нет? Вообще-то... Ром, это я танчил. Танчит вар. А мы чё, блядь, в ХМ-ке? Хули он у стола танчит тогда? Ну, расскажи тогда, как бы, дорогом. Почему ты его не водишь просто по комнате? Потому что, может быть, я не в курсе. В треугольник босса отводишь, когда зеленый слизень есть. Когда колбы, отводишь от треугольника босса. Когда выливается зеленый, подводишь босса к треугольнику. Вот и все. Колбы ставишь вот тут. Примерно в кружке. Спиной босса в кружок поворачиваешь. Колбы понял, появляются. Понял. Вот. Отсюда с креста выходит красный. Город ДД начинает бить. Милики начинают только тогда, когда он выберет цель. Ну и половину пути пройдет. До середины комнаты где-то начинают бить. Казик там прибежал. Я же тебя люблю. Чинитесь. Еще раз, Инсика, ты квадрат на себя ставь, ты тут, Диси. Милики, вы бегаете с квадратом, если не хотите, ну, слушать хуйню в свою сторону. РДД и хилы, вы бегаете в звезде, если не хотите парашу выслушивать всякую. О том, что вы, ну, мягко говоря, с плохими способностями. Как дорогу переходите там и так далее. Проверка. Всего надо сделать, это встать в звезду, встать в квадрат и бить. И босс, если с ней дает счет. Босс очень простой. 3, 2, 1. Первая фаза, с него выходят только лужи, с которых надо выходить. Это не трудно. Пельменей нету. Фаза длится до 80% босса. Веди босса в треугольник. Ставь босса в треугольник, потому что первый слизень всегда выливается зеленый. Когда босс стоит в треугольнике и выливается слизь, как только слизень появился, милики сразу начинают его бить. Плевка не будет, энергии мало еще в луже. Пока не накопил. Не знаю, успею или нет. Нормально. Все, милики, на слизня не бежать. Все, милики, смотрите, вот тут, где кукла, примерно стоите, ждете. Вот черепок, в частности, ты отбегаешь от слизня. Все сейчас отбегают от слизня, РДД бьют его. Бежим, милики, оттуда, бежим. Не в стену бежи, а к столу беги. Вот, бьем теперь слизня. Пельмени вот с босса вылетели. Вот, вот эта параша, она могла бы убить всех, если слизень бы не откинул. Все, добили слизня, бьем босса. РДД в звездочку встали. От босса 30 метров. Вот колбы появились, то у них стоит там меткость минус 75% или минус 50%. Мультипромахи. Закидывать босса. Сейчас следующий слизень будет красный. Вот перемени летят. Смотрим, где стоит звезда. Звезда отбежала. Сульфурель, ну, просто объект тебе не поможет с такой игрой. Очень плохо. Будешь лежать весь бой. Красного слизня бьем. Красный. Великий, помогаем. Слушай, выходим. Босса один скол. Берегитесь. Следующий будет зеленый, от пельмени отходим. Пельмени. Там звезда отошла уже, давно не успели. Так, будет выходить зеленый. Сразу, как только цель его появится, сразу его бьем. Появился зеленый. Сразу фулл ДПС милики по нему. Берегитесь. Отбегайте от пельменей. Не уроните.
Так, добивайте слизняк. Так, раз, два, три. Я был в метке. Равис, давай иннер поехиляем. Берегитесь. Дамажьте побольше по боссу, и сейчас еще красного убиваем. И после красного будем переводить. У красного все дамажим и по боссу дамажим. У красного убиваем и переводим босса. Сейчас будет стан. Красного добьем. Сейчас, когда будет это разморозитесь, когда двигаться начнем, от красного бегите, чтобы он вас не успел выбрать. 100 тысяч продамажить надо, тыкните в него что-нибудь. Надо выбрать там минуту, конечно. Так, таунтить. Равист, отходи на рейндж, будешь таунтить. Иди в противоположную сторону, против часовой поверни босса. Веди к столу и потом от стола против часовой. Вот немножко к стеночке его поставь. РДД на РНЖ 30 метров. Забери босса, Марик. Он будет забирать стаки. Три штуки. Да, я понял. Давайте, Геро. Так, стак повешался, забрал. Ну, ты раньше забрал, что ли? Раньше забрал, да. Повнимательнее. Вот он забирает. Он повешался, забираем обратно. Видишь? У тебя добавим не пишет. Пишет, пишет. Я в этот момент пытаюсь микрофон включить. Давай, между луж проходим. Все, он третий забрал, забираем. Между луж выходи, а то все с луж выходите отсюда. Только в пельмени не попадите. Третий стак будет найти, я заберу и добьем. Так, я забирал. Забираю, бьем. ДПС. Просто добивайте. Так, выходим с лужи. Давай гим на ХП, шальная карта. Срочно. 500 тысяч добивайте, короче. Ну, более-менее криво, конечно. На совет бегите. Вот это обоссанная пуха надо кому-то. Скорость, меткость, меч с СПД 740. Параша полная вообще на самом деле. Дай магу, у него такая штука с обычки. Такая это обычка. С другой обычки. У него 250 какая-то там, по-моему. Вон там... Линкани сульфур, пожалуйста. По-моему, у тебя такая же. Ну, сейчас я добегу до совета. Так, получается... Нет, что? У меня этот... Ледяная икла. А, значит, перепутал. Сика в хила сразу прыгай. Ревист и Елизавета уходят. Дед Мороз. Ты суверайпер, да? Спроси Тертна и Лучезару. Пойдут они? Вот, скажи, три слота есть. Вот два им и еще один кто-то нужен. Поспрашивайте, кто пойдет. Скажи там после совета иначе. Как Нисиков хила будешь? Дед Мороз тут нет? Так ты говори Диси, что осколок, который я не увидел. Чего вы стоите? Надо же бить. Потихоньку агрим. Yeah.
Что значит бичи шмотья? Что ты вообще 7000 дал? Бич получается. А у меня, короче, шмотки прям хуёвые были. Вот. Ну я что-то, ну я давно не играл на реток, и думал, ну значит так и было. Всё, а я вот сейчас в банк залез, а у меня там троллейбой, блять, кольцо ссылка. У тебя, наверное, даже хипал, наверное, даже устаревший какой-то. Там, вот, да, так тут давно никого не было. У меня чешка РТДшная. Тринка. Ну, короче, да. Запы 77-е, а то я что-то ходил 58-е. Да. Давай, черепок тоже так же. Ну, когда процентов 30 хп будет и крестик. На пачку на правую пойдем, Марик. И туда врубайся, там, не знаю, шевет дашь. И в ту сторону пойди подальше, чтобы этих не спалить. Инсика там сообрази, изгнание зла по кому-то смогу, не знаю. Нет, направо идем сюда, по стеночке все идем, заходим по стеночке сюда. В первую очередь рослого убивайте. Рослый это вот этот череп поставил. Что-то зайдет еще кто-то? Может ли сказать? Это программа такси. Терн и Лучезара не подошли, нет? Терн и Лучезара вроде нет. Они там не онлайн? Дайте рибах порог, пожалуйста. Спасибо. Рыба. Так, давай. Там мне Терн вроде написал, они же вроде как вместе там. В принципе, совет щелкнем.
этот самый. Он отдай магу меч, если не надо никому. Этот самый Дед Мороз спекнись. Почилить, короче, надо на этом, как он называется. Поддержишь. Могу я почилить. Давай, давай ты тогда спекнись. Вот этого Талдарама почиленного потанчишь, почилишь на нем. Талдарам или Келесет? Хорошо, давай Келесета. Ты, короче, вар Марук Талдарама держи, а я Валанара буду держать. Угу. Мой любимый босс. Кто на кого частицу? Частицу? Ну, не знаю. Ты вон кинь на этого, на доту. У нее же какая-то есть. Так. Ласку что ли выпить? Кинетику бейте все там по возможности, чтобы она не пускала слишком низко. Короче, они там зайдут, скорее всего, после совета. Так, давай я центрального, Талдарама, Марук, а Келесит отойдешь, ты помнишь, да, куда? Не-не-не-не, Келесит там у нас ДК. А, я тут. Да-да, он знает. Все, даю отчет. Главное, далеко не отходим, примерно вот сюда спустим. Чтобы баллы доставали до всех микрофанков. Ну, держи. Все, туда не уводи. Все, все, не уводи, стой. Чиль. Стой, стой. Есть такой принцип. Минимум движения, максимум эффективности. Вам не зыбку. Первый могущественный выход. Вон кинетика падает, крестик надо подбить. Подотать там немножко. От Келесита отойдите от квадрата. Черные шары, чтоб на вас не ушли. И не бейте его никто. Крестик побейте. Вот. Келесит открылся. Не бейте лучше, а то неизвестно захититесь. Че там, шаров на тебе мало? Хорошенько этого хильте докажет. Он же не закупал. Уйдите, не подходите. Кинетики бейте спокойно, милики чильте. Ну там кипящую кровь дай, чтобы в цверки на тебя повешались. Уже отдал, прикинь. Все равно как-то воруют, не знаю. Там кто-то дамажит. Близко стоят просто. Не дамажит ни сферы. А хотя нет, лог дамажит. Ну, сейчас еще 3 секунды это мучение закончится. Давайте, Геру, Талдарама, вот, братан, вот сюда подведи. Видишь, вот тут центр, я же тебе говорю, сюда, сюда, сюда. А ты там стоишь далеко очень. Чтобы хапалы, когда хилили нас, попадали по этому. И наоборот. То есть частица у них раньше 50 метров. Или 60. А тут примерно есть 50. 45. Квадрат падает, поднимите. Ну, вот упал. Печально. Там еще на ступеньках, ну, смотрите, что не упал. Сейчас будет второй босс. Ладно. Воронка немножко в центр отведу. Идите от пружинки. Редру, как дела у тебя? Что это? Это Нарту. Не видишь, да? Пружинку на полу. Так, Чезаро пока приму. Да, массиста. Да, он зыбка. Сферу подбейте. Сейчас будет Келесит. Не уешьте там ничего. Отбегай, короче, от Келесита со сферками. Убегай метров на 20. Убегай, убегай. Все, идите Келесита все добивайте. Только крестик кто-то подбейте. Не прячься за столбами.
Я не прячусь, я напротив него ровно стою. Тут хил до этого стоит, что... Нет, из-за столба не бежал. 50% побежал от него. Так, пока не агрите, ставьте шкаф. Так, вот это вот кольцо. На РДД там надо кому-то. Скорость, меткость. Ну, это санина, короче, это я заберу. Распыл. Чтобы не умирать на этом трэше, надо давать иногда изгнание зла по нему. Изгнание зла — это способность у паладина, такая зелененькая. Она заставляет этих мобов, так как они нежить, бежать в страхе. И благодаря этому ледневая пенсия. Бой повесился, я так, ну, пойду в танки пока до босса, да? Ну да, в принципе, да. И тот, кто знает, что может казаться. Вот смотри, изгнание зла заработало, и никто не умирает. Отличная способность. Один по один может творить чудеса. А сколько не было, да? Не было. Вот это вот тактика, добейте РДД. В первую очередь. Диспелните с меня паучка. А ты спавшего, дракон? Печально. Что было? Плохо. Тоже как-то с головной болью в виде сидел, таблетку пришлось пить. Вообще, мне, наверное, примерно час где-то проходит, если таблетку пишешь. Вот этот вот тактик, который у нас стоит. Что-то паладины не работают здесь у нас, да? Тактиков старайтесь не фирять, они в первую очередь убиваются от рыцарей и других мобов, которые будут полезны Портуйся, дракон.
Че, у тебя ретрик вообще херовый, да? У меня? Ну, у меня камни только все алкашные, типа. И еще надо в Даларан сгонять. Надо его в Даларан гонять во время рейда. Не надо. Слушай, ну, я не знаю, это получается 7 хилов. Ладно, ДПС хватит, в принципе. Нерис, Лучезара в Дисе и Эле. Да, здесь мы. Короче, Лучезара щитуй полностью в ДЦшнике третью, четвертую, пятую группу. А Мерис ты щитуй только первую и вторую, 9 человек. Ну и дальше исповедь кидаешь там любую парашку, помните, там, МВшку. Неси-ка в хп-нибудь. Короче, на первой взлетке Шиве будешь Марик давать, Инсика Массакру, на второй взлетке Анизыбку и Эхиля Массакру. Все четыре приста на себя антифир. ШПшники, в частности, этот Mass Dispel готовьте. То есть, когда люди в филе побегут, Mass Dispel. Ну и, соответственно, там перед второй взлеткой у вас обновится антифир, откадышится 3 минуты, и заново на себя бахните, не забудьте. Сейчас перед пулом, вот на готовности, перед пулом все закинете антифир. Ну и по укусам. Смотрите, кто больше дамажит, его кусайте. Хилов, главное, не кусайте. Хилы пятая. И ханта не кусайте. А что такое у тебя? Проблемы? Меня пет бьет, не я. И что? Ну, так ты больше будешь бить. Ну, обычно меня не кусали, поэтому... Его не бафает, ты на укус. Будем кусать. Все равно надо кусать. Не кусаем пятую пати, и Лучезару, или Тахилы. Каску лапните еще. Ой, бафните еще раз каску. Лучше в ДД укус давать. На пулы все, с пула на этого, на войду. Так. Сопроты? Ну, если есть сопрот, можете выпить. Сопрот хилам поможет. Ну, тут что, 7 хилов. Он пятая пати, еще 2 хила. Должно быть прям неплохо по хпсу. 3 рдру, 2 хпала. 7 хилов. Может, я после ланы хотя бы сбегаю? Нет, там вальку захиливать. И на синдре посмотрим, дает что-то. Каску обновите, пожалуйста. 4, 3, 2, 1. Инсика сладкая одна с касками. Ну, каска на нем была. Может, нет, она на нем сейчас висит. Может, нет, обижается. На нас-то 4 минуты каска. С красными лучами убегайтесь. Сейчас будет черепок над головой кого-то. Он будет к стенке выбегать. Хирургия. Есть еще плащ теней, такая штука у тебя. Знаешь, да? Но ее надо юзать по скиллу. Чтоб не выбегать для ПСВ не терять. Да ладно. Вы красные лучики, сбегитесь. 3 человека получаем. Убегайтесь в одну точку, чтобы они исчезли. Сейчас будет черепок над головой. В эту. Во вторую сторону выносите, где нету. Вот жуки выноси. Сало. На первой взлетке будут на гимн на хп читать шальная тетя и Мерис. Мерис перед тем, как читать гимн, на себя зубы дашь. Инсика дашь бабл и массакру на первой взлетке и еще одновременно каплю по шальной тете. Мак выноси. Ты на первой, а я хиляю на второй взлетке. Если она будет вообще. Может, сейчас задамажит. На укус фары. Нахиливаем. Прям старайтесь сильно хилить, прям маны не жалейте. Или... Так, ладно. Арти залей иннер, я хиляю вас. Пока на время взлетки хватит. Потом с гимнами поиграем.
ШВ, давай, диспелим фир. Массакру, инсика на каст, приготовь. Раз, два, давай. Массакру. Гимна ХП, шальная и Мэрис, читаем. Отлично, босс садится. Инсика не сдохни. Четыре укуса. Четырем другим людям передаем. Сунур. Этот. Дед Мороз уносит, красава. Этот маг. Фламенко укуси. Фламенико. Ну хант, короче, там в РД паревита найди лока, его укуси. Ну а авары. Гиена блефа. Аказик укуси. Мораль. Потом кто останется, будет уже 8 кусать. Если вдруг вы кусаете и человек не кусается. Четвертый питает. Кто там? Передавай, передавай укус. Сука, кто-то сейчас в вампира превратится. Ёрот, блять, маг нахуй. Хуярим его, блять. Что у тебя? Совсем хуёво, да? Единичка не нажимается, цель выбрать не мог. Чё там, Губи стоит? Кастует, еще смотри. Хуя. Так. Даю незыбку. Я хиляю вас, приготовься по команде. И оставшиеся Лучезары и Фламенико, готовьте гимн ХП. Давайте гимн ХП. Нажимаю, я хиляю Сокру. Захиливаемся. Может, ШВ откатилось. Нормально. Я символ. Передаем 6 человек укусы. Блеф укушу Феррари. Неукушенный Фламенико. Блеф. Доктор Соджет. Мораль. Джуни, Джуки, шальная карта, Кипаса, неукушены, их надо укусить. Тоже превратиться в вампира еще, никто? Все, нормально, 12 человек. Нет, есть блеф. Я превратился. Как дела, блеф? Нажимаю один, да. Но может, не нажимается, да? Герой? Что же это может быть? Давай, герой. Со спины бывает только кусать. Да нет, просто бывает, человека уже укусили, а ты на него тыкаешь и не можешь понять, что происходит. Так я же сказал, что кусаю хирургию. И что? Его могли укусить видите, за секунду, да? Другое. Это ничего не значит, что ты сказал. Ты вообще видишь на рейде укус, кто укушен, а кто нет? Да, и... Я тоже воду вижу. Вот это параша надо кому-то, короче, на распыл забирать. Оставайтесь также в хилах, короче, два паладина в порталы и пойдете. Кто еще хочет поразвлекаться в порталах? Или, Лучезара? 7 хилов, ёлы палы. Ну, ты хэпалом все равно. Мне надо фыкнуть 5 минут. Где? Я могу полетать, если больше некому. Ну, так, чисто, чисто на расслабоне, там 2 хэпала. Этот, как он называется, кто там 5 минут ушел? Марик, это, Андрей, я привязался за тобой, не потеряй меня, хорошо? Да, я тебя сейчас скину с балкона. У меня малая спать ложится. Спекнись, Дед Мороз, на трэш. Ну, может быть, и Вальку потанчишь. Так, а что у нас? Меньше часа остается.